Я приехал в этот город ненадолго, по делам. И раз уж я оставался здесь всего на несколько дней, я мог позволить себе капельку роскоши. Ваши ключи, как и заказывали, наш лучший номер с отличным видом и последней версией биозащиты. Знаете, перед самой страшной бурей всегда затишье. Но я даже не представлял масштабы катастрофы. Использовали в Новой Европе. Просим всех оставаться на местах, включить вашу домашнюю биологическую защиту, а в случае ее отсутствия, без паники и сохраняя спокойствие, продвигаться к ближайшему убежищу. Женщины и детей. Уважаемые гости, просим вас оставаться в своих номерах. Я бросился к телефону, начал набирать всех подряд. Полиция, 911, служба отеля. Что-то ужасное творилось там, снаружи. Когда крики стихли, остался лишь один звук. Довольное, голодное урчание и звуки, разрываемые на части плоти. А потом, когда голод выгнал меня наружу, там меня ждал лишь кошмар. Но между медленной смертью от голода и смертью от лап мутантов, я предпочел второе. У меня есть надежда. Я выберусь отсюда.
Когда это случилось, знаете, очень тяжело терять любимых. Может, мне повезло не увидеть, во что могли бы превратиться те, кого я люблю. Они умерли мгновенно. Взрывная волна обрушила рекламную вывеску, мы как завороженные смотрели, как она медленно, словно время превратилось в тягучий кисель, покачивается на сорванных петлях, перед тем, как сорваться на нас. Она упала в шаге от меня. И только я остался в живых. Ugh.
Ugh!
Thank you.
Ugh.
Thank you.
Ugh.
Ugh.
Меня что-то беспокоит. Я уже плохо помню, что случилось до катастрофы. Но я помню их лица. Особенно моей маленькой Ники. У нее в следующем месяце экзамен по математике. Она так переживала, так волновалась. Хватит. Я свожу себя с ума. Сейчас я влачу свое жалкое существование, пробираясь на развалинах и прячась от наводнивших руины мутантов. И ищу причину, чтобы жить.
Rough.
Ugh.